Наш регион находится на 19-м месте по заболеваемости среди субъектов Российской Федерации. В Ульяновской области продолжают бороться с коронавирусом. На оперативном штабе при губернаторе представили новые цифры статистики. Наш регион находится на 19-м месте по заболеваемости среди субъектов Российской Федерации. На территории области зарегистрировано почти 46 тысяч заболевших. В лидерах держится город Ульяновск – 4009 заболевших. В районах Ульяновской области есть очаги заражения. В школе поселка имени Ленина Барышского района заразилось 18 человек, в том числе школьников и малышей. Учебное заведение закрыто на карантин. Среди обучающихся 7 случаев зарегистрировано, среди воспитанников дошкольной группы 4 случая и 7 случаев среди педагогов. Прокуратура уже проводит внеплановую проверку. Случаи заражения были зафиксированы в начале февраля. Однако глава Барышского района предпочел скрыть этот факт от губернатора. Алексей Терентьев не докладывал о случившемся. Новостями пришлось поделиться по видеосвязи прямо во время заседания. Школа привели до дистанционного обучения. Корни нашли, это вахтовики и очаг заражения семейный. То есть школу здесь сейчас обработали, ежедневно проводим соответствующие рейды совместно с милицией. Сергей Иванович, я думаю, что очаг мы погасили. Губернатор поставил на личный контроль ситуацию с ковидной школой. Морозов обратился к Минобру. Встречать Сергея Николаевна, там, если надо выезжать, значит выезжать сюда, это никуда не годится. Смотрите, вот здесь на штабе, так сказать, вы первые лица отрасли и даже не знаете ничего. Безобразие. Похожая ситуация сложилась в Вишкаемском районе. В одной из школ заразилось 15 человек. Глава этого муниципалитета также предпочла не делиться плохими новостями с Морозовым. Все открылось во время штаба. Виктория Черкова, Артем Куранов. Новости Улправды ТВ.